Друзья, всем привет! В прошлом видео показывал, как ставить направляющие. Вот я сейчас покажу. Вот они, да? Вот флажком вверх, колесиком сюда вперед, к лицевой части, да? Еще раз напомню, да? Вот этим флажком вверх надо, да? Все дело крепить. И сейчас покажу, как крепится ответная часть на тумбочке, на самой. Вот я вот непосредственно наживил уже вот здесь вот заранее, да, вот эту планочку колесиком от лицевой части, колесиком всегда к задней части. Вот смотрите, видите, вот так крепится. Многие путаются. Я для чего показываю? Для того, чтобы люди не путались. Вот оно идет в комплекте, допустим, для одной тумбочки сразу 4 штучки. Они вот так вот сложены всегда, да. Две вот эти и две вон те, которые я только что показывал, да, скотчем. Ну, вы разрезаете, и сразу путаница начинается, куда чего крепить. Ну, это для тех, кто самостоятельно дерзнул собирать мебель. Ну, вот, как бы, небольшая подсказка для вас, для всех, кто, опять же, взялся сам собирать мебель. И вот у них вот вопросы возникают. Вот, чтобы не возникало, можете зайти на канал ко мне, если вопросы, и увидеть, как правильно это крепится. Вот смотрите, вот она такая угловая, вот так у нее профиль такой вот чудесный, загадочный, да, колесик. И вот многие, да, ставят наоборот, вот так вот. Оп, поставил колесиком сюда, и все, думает, что правильно. Потом, когда вставляет, оказывается, неправильно, приходится переставлять. Вот инструкция моя подсказывает сразу, как ставить. И вот так вот прикладывается вот до упора вот этой частью сюда, колесик вперед получается. Вот так вот это все дело у вас. Вот видите, вот так вот оно. Ну и все, прикрепив в боковины сюда, не надо вот вкручивать ничего, вообще ничего не надо. Вкручивайте только вот сюда саморезы. Причем я вкручиваю вот в этот овальный, да. Ну не знаю, почему так, когда-то так научили. Ну то есть тут вариация, то есть можно в бок, и получается, если вы в бок немножечко вкраешь, вот видите, сейчас покажу. Вот смотрите. Видите, я метку вот здесь, отверстие, видите, меточку сделал уже. То есть по овальной штучке, ближе к краю, отверстие получается по центру вот этой вот, вот по центру плиты ДСП. Вот, смотрите, видите, вот так вот, раз, и будет в центре. А если не по центру, допустим, закручивать вот здесь вот, вот в этот, в это отверстие, то оно как бы уже смещено ближе к краю, и там под планкой расквасит вот эту плиту ДСП. Вы, конечно, это не увидите там под вот этой планкой, но это будет. Потом при снятии это происходит, и все замечают. Ну, то есть, получается, вот эта вот панелька, она как бы портится. Ну, вот поэтому я вот сюда в овальную-то ее и вкручиваю. А так вы можете, конечно, накручивать вот сюда, где хотите, сколько хотите. Хоть во все отверстия. Ну, достаточно 4. Вот, смотрите, я наживил. Вот он с краешку. Вот он, видите? Вот. И сейчас я его докручу. Вот так вот шуруповертом. Опять же, этот шуруповертик. И усилие вкручивания на 5 я ставлю. Вот так вот. Не забывайте переключать усилия вкручивания, чтобы не перекручивать вот эти саморезы, а то они у вас улетят внутрь ДСП и вырвут все с мясом. Вот, вот таким образом закрепляется. Вот я вот всего на 2 их штучки цепляю, на 2 саморезика, и всего лишь. Ну и соответственно вот это тоже продолжаем. Сейчас покажу. Вот. Видите, я уже там, как я уже рассказывал, накернил. Вот удобно, видите, он стоит. Вот
И вот здесь тоже накернил заранее. Тоже удобно, то есть, понимаете, вот я сейчас одной рукой снимаю. Это ладно, одной рукой удобство, да, ну, при съемке, а при работе-то тоже как бы большое удобство. Вот так вот заранее накернить. Ну, вот все готово. Вот так что запомните. Колесиком вперед, вот сюда, вернее, назад, вот к задней стенке колесик. И сюда упирается это. В общем-то, можем пойти даже и проверить сейчас вот на этой турничке. Сейчас я поставлю. Вот, видите, я въехал, вставил, и все. Вот смотрите, вот, все ровненько. Вот так вот оно ездит. Вот, видите? Вот этот колесик, который сюда. Вот это крепление флажком наверх. А это вот крепление, ну, направляющий, вот упирается сюда, и колесик там в задней части. Вот это вот ездит дело. Вот. Все гладенько. Вот так вот. Кому понравилось, ставьте лайк. Оставайтесь со мной. Запоминайте это видео. Не потеряйте. Всем пока.